Всеобъемлющее урегулирование Карабахского конфликта – приоритет. Премьер-министр принял спецпредставителя ЕС. Россия приветствует возвращение 5 армянских пленных и будет прилагать все усилия для недопущения нарушений режима прекращения огня, заявила Мария Захарова. Турция сыграла ключевую роль в содействии Азербайджану в Нагорном Карабахе. Опубликован доклад Еврокомиссии. Разблокирование связей должно учитывать интересы всех стран региона, включая Иран. Захарова затронула заявление о препятствовании Азербайджаном экспорту Ирана в Россию. Роль Турции в войне снизила доверие к НАТО в вопросе сохранения стабильности в регионе. Аршак Карапетян принял спецпредставителя генсека НАТО. Иран лидирует в мире в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Посольство Ирана в Армении отреагировало на заявление Алиева. Сегодня выявлено 2603 случая заболевания коронавирусом. 827 человек выздоровели, 32 скончались.